Штормис. Фрагменты из цикла «Осенние пейзажи». Текст читает выпускница студии Светлана Смурова. Исполняется без перерыва. И слышен запах огнецветки и репейника. Уходит лето, уходит лето. Меж соснами лиловый вереск, в лесу горит рябины гроздь. Это лето к нам не вернется, к нам не вернется. Ha ha.
вереске скорбном лиловое пламя. Это последние отблески солнца. Но как прежде, остались все те же дороги, все те же поля. Лишь огромное пламя их охватило и над землей разлилось.